Ну что, дорогие друзья, сейчас занимаюсь постирушками. Решила я испробовать корейский стиральный порошок жидкий от фирмы Леон. Что могу сказать? Просмотрела я сейчас свое белье. Вот видите, вчера я орехи мыла, и вот этим полотенчиком я не растирала, а просто промакивала. Вот оно постиралось, и вообще ничего не отстиралось. Так, ну что, мы сейчас попробуем вот это еще использовать. Вот такой пятновыводитель кислородный. И хочу сказать, там написано 75 миллилитров на стирку на 7 килограмм. У меня было меньше. Я 100 миллилитров налила. Толку нету. Я вижу по белью, поверьте мне, толку нет. Сейчас я еще попробую кислородный вот этот, но он мне тоже как-то не зашел. Ну, сейчас еще сделаю, надо как-то пятна-то отмывать. В прошлый раз я тоже так же залила, и в итоге потом свое белье я спасла только... Сейчас я вам скажу, чем. Осталось у меня что? Белизна наша, отечественная белизна. Вот. Вот, девочки. Вот только это и спасает. Сейчас пойду закипячу чайник. Сейчас надо посмотреть, сколько точно насыпать мне, чтобы не быть голословной. И еще. Я ездила в оптику, взяла себе очки для повседневной носки с затемненными стеклами плюс один. Чайник закипел. Сейчас мы 40 грамм вот этого порошка зальем кипяточком и оставлю на час. Сейчас я вам покажу очки, которые купила. Ну вот так вот, видите, уже как седина прет. Попозже немножко буду краситься. Под шапкой все равно не видно. Так волосы вылазят, прям жалко мне. Я и так Саньку говорю, может мне не краситься, седину отрастить. Посмотреть, как я буду седоволосая. Но дочь меня ругает, говорит, красься, ты моложе выглядишь, когда покрашенная. Ну, не знаю, посмотрю. Сейчас пока под шапкой-то будем ходить, да я постоянно дома. Может быть, и выдержу. А, состригу вот эти окрашенные волосы. Седая похожу. А если не понравится, к лету покрашусь. Ну, в общем, посмотрим. А сейчас пойдем заливать порошок. Вот такие вот тортиловые очки. Хотела другой фасон очков. Мне сказали так, что вот это фабричные стекла, и они идут как бы как спектр, вот так вот, ниже, ниже, ниже. А если, говорит, вы у нас закажете, в свою оправу закажете линзы, мы сами вам напылим, как сумеем. И не факт, что так будет, как у заводских. И я говорю, ладно, мне замуж не выходить, говорю, мне уже все равно. Поэтому идемте заливать пятновыводитель, а потом посмотрим, что с нашими полотенчиками будет. Если не понравится, то придется белизной пользоваться, как всегда. Ну, Фаберлик, не подведи. Полтора литра. Реакция пошла.
Реакции-то есть. Всё. Ну, оставляю на часок. Потом посмотрим. Вот такие очищи я купила. Зашла еще в Марию Искусницу. Взяла иглы для валяния. И вот такие иголочки. Потому что свои я все испортила клеем. Сейчас вяжу котика. Вон он там сидит. Мне надо привалять ему носик. Вчера начала валять и иглу сломала. Представляете? Сломалась иголка у меня. Такой вот ушастик. Больше как-то на енота похож. Тело связала, руки-ноги связала. Начесала вот это вот, чтобы валять носик. Так, вот такие у меня дела. Так, руки, хвост, ноги и туловище. Так, вот иголочки прям. А эти иголки у меня все в клею, потому что волосы, когда клеишь, кукле, начинаешь их с клеем вместе фиксировать, и получается, что иголки все испорченные. Пока Иваныч купается в бане на даче, мне нужно приготовить что-то на ужин. Как хорошо, что есть полфабриката, который приготовила осенью. Нарезала вот морковку, одну луковицу. И сейчас мы на топленом маслице все это припустим, приготовим подливу. Нам нужна подлива. Так, здесь у меня две морковки средние и две луковицы. Морковку нарезала как на плов, а лук четверть кольцами. Посолим. Потом досаливать будем. Сахара немножко. Там помидорка. Чуток водички нальем. У меня морковка с луком не жарилась, прям на медленном огонечке, как бы как томилась, что ли. Припускалась. Я сильно не жарила. Так, что только еще налью. Так, и здесь у меня мука. Ай, как неудобно без оператора-то. Сейчас мы как-нибудь попробуем. Пристроим. Их не хватает.
хотелось бы мне пачкать. Пробуем, досаливаем. Кому кисленько, сахарку добавляем. И вот у меня здесь молотый перчик. Так как мы мангольдики будем готовить в духовке, я на дно уже замороженные выложила. Сейчас буду слоями подливка, потом остальные мангольдики и в духовку. И то, что вот здесь я сейчас тушить не буду, лук и морковка все дотушится в духовке. Самое главное нам попробовать, чтобы было на вкус. И соли достаточно, и сахара. Сейчас мы еще лаврушечку сюда положим. Также добавлю в подливу столовую ложку пасты чили конкочи. Саша любит остренькое. Я досолила, попробовала. Сахар в меру все. Ну и всего. Кто любит, какие специи добавляете? Запахло сразу вкусно. Здесь же и горький перчик, и болгарский перчик, и чесночок все-то. Ну, все, заливаем. Но не буду вас утомлять. Перекладываю, заливаю. Вот так выглядят. Закрываю, зажгла духовку. Разогревается. Сейчас в духовку отправлю. И пускай готовятся мангольдики. Поясняю, что такое мангольдики. Это те же самые голубцы, только не в капусте, а в больших листьях мангольда. Очень вкусно, между прочим. Ну, где-то на час, наверное, отправляю. Сейчас духовка разогреется, я убавлю, чтобы это, как бы сказать, на медленном огонечке томилось. Час, полтора. Пойдемте с вами смотреть, что там у нас. Стирка тут у меня в полном ходу.
Снимаю все с машинки. Машинка пляшет. Саша говорит, ее, наверное, надо смотреть, как-то разбирать, что ли. Так, ну что? Вот я посмотрел, сейчас отжала. Вот пятна как были, так они остались. Ну, здесь тоже как пятна были. Вот пятна. Вот они. Вот пятна. Так они и остались. Вон они. Поэтому я сейчас же прямо сюда. А главное, цвет-то видите какой? Почему-то. Как бы вроде забирала что-то. Но не до конца. Я, честно хочу сказать, я не в восторге, потому что это не первый раз я уже это делаю. Не первый раз. Я не хочу говорить, что там плохое, хорошее. Но второй раз я уже не куплю ни этот порошок, вот этот вот, вот который вот там корейский, типа. Я, когда покупала порошок, я продавцу говорила. Я говорю, понимаете, когда импортная вещь, написано должно быть все по-корейски. И только наклеивается такая вот маленькая этикеточка, где идет перевод на русский. А здесь все по-русски написано. Значит, это уже подозрение, что это не корейский продукт. Все по-русски написано. Вот. Отбеливатель от Faberlic однозначно больше не куплю. Резюме мое. Вот этот порошок тоже не куплю. Но в Faberlic мне нравится стиральный порошок. Поэтому куплю еще раз порошок. Обязательно стиральный. Но отбеливатель нет. Так, дорогие друзья, наши голубцы готовы. Посмотрите, какая красотища. Вот Александр Иванович обрадуется, приедет после баньки-то. Выключаю духовку. Час где-то с лишним простояли они у меня. Стираю. Поменяла я ему постельное белье. Подушки только нету. Я ее стираю. Решила наперник поменять и внутренности постирать, потому что подушка хорошая. Я ее тогда покупала дорого в фирме Казанова. Но что-то он прям, я не знаю, моя-то наволочка ничего, а его что-то прям вся порвалась. Наверное, потеет больше, чем я. А я вот в таком костюмчике из чижика. Дома тепло, хорошо. Так, ну что, видите, я как убираю все, да, машинка прыгает у меня. Так, подушка эта у меня там стирается, я ее включаю сейчас. Два полоскания сделаю, чтобы все выполоскалось. Так, ну и показываю вам после белизны. Все пятнышки ушли, которые были. Она коричневая вся, но вы мне поверьте на слово. Здесь тоже были темные пятна. Тоже ушли. Тоже их не стало. Пора выбросить, конечно, тряпочку. Но я ее вот сейчас, она высохнет, я вот это зашью. И она мне еще на даче послужит. И эта тряпочка почище стала. И трусишки. Сейчас я все это пополоскаю и сушиться повешу. Так что лучше белизны нету. Но может и есть, но я не пробовала. Посмотрела хорошо. Чисто-чисто. Никаких пятен.